Давайте проверим, насколько хорошо заточены эти ножи. Как легко они справятся с листком бумаги и каково будет ими резать яблоко. Начнем с Ганза. Немножко цепляет. Ну, в принципе, режет неплохо. Теперь Антарио. Дарья в этом плане побеждает. Теперь яблоко. Тест проводится чисто для ощущений, насколько легко нож входит в яблоко, насколько легко его резать. Ну, давайте для начала почистим. Сказать, что легко, снимает достаточно тонкий слой. Да, по ощущениям как кухонник. Ганзовский нож. Яблоки получились у нас не очень свежие. Ну, особой разницы, если честно, нет. Хотя этого и следовало ожидать. Геометрия клинка практически такая же. Так, вот здесь уже какая-то проблема. Полный прорез. Очевидно, Антарио лучше. А лучше он по двум причинам. Сам клинок в обухе всего лишь 3 мм, тогда как Ганза 3,5. Ну и заточен Антарио изначально лучше.